по физическому факультету бродит призрак бывшего декана. И сей разумные, добрые вещи. Встречайте лучшее в мире привидение с приборщиком! Друзья, от всей души поздравляю вас с лучшим праздником в мире! Только что стало известно, произошла утечка секретных данных из деканата. В открытом доступе оказались результаты следующей весенней сессии. Не исключено, что это вброс с матмеха или слив с химфака. У нас сегодня, как в большом футболе, пустили только тех, кто зарегистрировался. Система «Фан, уйди» в действии. Если так пойдет, следующий челлендж будет на «Газпром-арене» или в «Лужниках». Как вы знаете, система образования в нашей стране должна вернуться к старинным стандартам. Но мне кажется, не надо торопиться. Высшему образованию есть что позаимствовать у современных компаний, таких как Аэрофлот. Например, можно ввести онлайн-регистрацию на экзамен, выбор места в аудитории и, самое главное, бронирование билетов. Как у Сбера, экзамены по системе быстрых платежей. Наводишь экран телефона на билет, вписываешь сумму, и экзамен сдан. Нет никакого смысла равняться на заграницу. Вот говорят, что в западных университетах некоторые лекции читают боты. Нашли чем удивить. Чего греха таить, у нас в некоторых вузах давно преподают полные валенки или даже лапти. Буквально на днях Министерство науки Китая запретило использование в физических расчетах единицы в системе СГС. Дело в том, что в современном Китае допустима только система Си, товарища Си. Интересное новшество у экономистов. Как известно, для диссертации нужно 4-5 публикаций. Поэтому предлагается тем, у кого больше 5 статей за экономические преступления, присуждать кандидата экономических наук. Условно, разумеется. Вы не обращали внимания, что наш университет давно никуда не переезжал? Все очень просто. После сорвавшейся релокации в Ладейное поле в Ленинградской области кончились районные центры, в которые нас не перевели. Если серьезно, то все идет к тому, что направляемся в Пушкин. А учитывая, что Пушкин – это наше все,
то с переездом туда, возможно, это и будет все. Еще раз с праздником! И учите физику, пока она не начала учить вас. Нет, не хватит меня.